Вот когда у меня спрашивают, почему я это мое создание называю колбаской, вот как вы думаете, как можно иначе называть эту собаську? Вот как? Лёва, как тебя можно иначе называть? Потому что вот колбаска. Итак, сегодня Лео повезло. Та-дам! И там лошадки, и наверняка Иван тоже там. Вот правда, что Лео стриженный выглядит замечательно? Просто какой-то атлет, вы посмотрите. Под жарой мышцы играют. Да, Левочка? Колбаска. Старенькая лошадка вот эта. У них так много лошадок. Я думала, что у них всего парочка. Ну, может быть, они еще кого-то покупают. Идет. Ты вызвал на бой? Иван, ты где так долго был? А, Иван, ты где так долго? Алло! Ты нас забыл уже, да? Ты нас уже забыл? А? Смотри, Лёва к тебе пришел. Скучал очень сильно. Иван, колбаса. А что такое? Давно нас не видел, да? Лёва, да? Давно не видел нас. Посмотри, какие красивые лошади. Чё, не идёшь к нам? Не идешь к нам? Давай иди сюда, понюхайся хоть с Лео, давай. Что такое? Лёва. Ты рад, что наконец ты видишь Ивана, да? Очень модно. Ой, там тоже, вы посмотрите. Не абы как. Все по моде, да? О, а вот эта блондинка какая. Или он, или блондин. Или у них только мальчики. Может быть, они держат, знаете, как называется, племенной фонд. Красавчики. О, это смотри, он постепенно тут к нам пришел. Иван, ну что такое?
Что ты? Ну вот, теперь уже хвостиком замахал, да? Ты хвостиком замахал? Или ты Лео без юбки не узнал? Ты не узнал Лео без юбки? Думаешь, кто это еще, да? Ну, иди, давай подойдем к Ивану, давай. Иван, ну, что такое? Галузая собака, красавчик. Ты красавчик? Да? Ты тоже тигровый, да? Ты тигровый? Красотун. Ты красотун? Вот так вот хвост стоит. Аж дрожит. Аж дрожит у нас хвост. Интересно, что даже не особо на лошадок Лёва обращает внимание. Вот Иван, смотри, вот Иван, хороший мальчик, он хвостиком тебе машет, а ты свой хвост загнул. Ты посмотри, как загнул хвост, Лёвочка ты. Мы тут, представляете, как-то ходили, гуляли, и я отвлеклась, то ли я включала телефон, камеру. Я поворачиваюсь, а я видела, что там кот сидит, но я не думала, что Лео его видел. И вдруг я смотрю, я еще камеру не включила, и вдруг я смотрю, кот сидит, Лео рядом стоит, и кот бьет его лапой по морде. А Лео весь... в недоумении, а что такое бывает? Я же хотел его поймать. Подошел. А тот совершенно спокойно сидит на своем месте и стал его прямо по носу щелкать лапой. Ну что, красотун? Ты что такой красотун? Иван, дыму сладкий. Какой сладкий ты. Какой ты замечательный. Вычесанный, красивый. Хозяева очень хорошо ухаживают за своими животными. Лёва, пойдем? Лео стоит, смотрит на него до тех пор, пока Иван не уходит уже во свояси. В основном у нас с ним диалог идет. Я ему что-то говорю, сюсюкаю с ним, а он мне машет хвостом. Представь себе Лео. Вот он живет с лошадками мирно. А ты с коровками, с нашими соседскими. До сих пор 5 лет уже живешь бок о бок. И никак не привыкнешь к ним. Все, достаточно было, да? Все, достаточно. Ну, пока. Чус, чус, Иван, чус. По-немецки он понимает. Скажи, я же немецкая овчарка, хоть и Иван, да? Чус, чус. Все, Иван пошел.
соседка достаточно редкая. И я, честно говоря, вот на коротком поводке Левку держу, потому что мало ли вдруг они бросятся друг на друга, ну, лапа же может сюда проскользнуть, да? Поранят друг друга. Зачем нам это надо? Элизабет говорила, что он тоже драчун с мальчишками. Вот ревнивые, пока не описывают забор с обеих сторон, не успокоятся. Типа, а я последний. Ну все, пошли, Лёва.